но это кто-то если завтра, не сегодня. Да, я узнаю по наличию, во-первых, он отзвонил, и реально даже не завтра, а после завтра. Сплатим возраст, и я буду снимать, а может попробовать. Хорошо, давайте сейчас, давайте, я сейчас узнаю по наличию, в воскресенье мы работаем с 11 до 7. То есть это все реально как-то, я сейчас звоню на склад, узнаю по наличию, вы туда приезжаете, видите, как вы там смотрите, качество нравится, берете, не нравится, не берете. Да, а может быть что-то с галантереей вас интересует? Нет? Две модели джинс? А какие вам еще сможете сказать?